ребенка, она является очень важным таким первым шагом становления профессионалов. И очень хорошо, что она у нас сохраняется в Оренбургском государственном университете. И все, кто учится на направлениях рекламы, связи с общественностью, дизайн, издательское дело, журналистика, имеют возможность попробовать себя в рекламной деятельности, сделать первый шаг и представить на конкурс свои работы. В некоторых номинациях сложно было не наградить. К примеру, социальная статика. Ну, там более 70 работ, ну, и все прекрасно. А нужно 1, 2, 3. Поэтому мы задваивали вторые и третьи места, как могли, чтобы как-то поощрить ребят. Привет, абитуриент! Меня зовут Даня Комаровский, и я обучаюсь в Оренбургском госуниверситете. Это как маленьком городе на окраине России, о котором я вам сейчас коротко расскажу. Идея родилась очень спонтанно, очень просто. Я смотрю свой любимый мультсериал «Внутри Лапенко», и там был такой мой любимый герой, это Ричард Сапогомский, которого мы пытались спародировать. К сожалению, не все кадры мы смогли сделать, ввиду того, что некоторые корпуса были закрыты, а мы снимали довольно поздно. Вот, так бы получилось бы гораздо лучше. Бегу по тропинке в голове, ля-ля-ля. Вижу тебя, влюбляюсь немножко и смущаюсь. Фестиваль на самом деле очень классный. Я была безумно рада, что меня пригласили стать частью этого фестиваля. Ребята все большие, молодцы, умнички, креативные. Что только не напридумывали, я уже задалась вопросом, как бы нам использовать их талант в команде, потому что это очень-очень нужно сегодня, востребовано.